Мы сегодня, 24 июля 2018 года, подали в администрацию президента обращение и более 21 тысячи подписей за сохранение и развитие троллейбусов в городе Астрахани. На каждом подписном листе однозначно указано, что астраханцы категорически против закрытия троллейбусного движения в городе. Астраханцы категорически против замены троллейбусов на автобусы. Мы требуем провести полную реконструкцию контактной сети троллейбусов в городе Астрахани с использованием скоростных кривых, пересечений и радиоуправляемых стрелок, чтобы соответствовало современным мировым стандартам качества. Требуем расширить троллейбусную сеть в городе Астрахани с обеспечением приоритета его движения, чтобы троллейбусы были с автономным ходом, с кондиционером, низкопольные, и более 100 единиц, чтобы интервал был 5-7 минут. Мы ждем восстановления троллейбусного движения в городе Астрахани в самое ближайшее время. Пожалуйста.